16 декабря 2010 года в ходе своего очередного постановочного телешоу Путин подтвердил свою репутацию откровенного лжеца. Что на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее? Денег и власти, чего они еще хотят? В свое время они поураганили в 90-х годах, утащили вместе с Березовскими и с теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, о которых мы здесь сегодня вспоминали, немало миллиардов. Это высказывание Путина является ни на чем не основанной ложью и клеветой. Ни один из упомянутых им политиков никогда не признавался судом виновным в хищениях. Путину придется ответить по 129 статье Уголовного кодекса, в соответствии с которой за публичную клевету предусмотрено наказание лишения свободы на срок до 3 лет. Березовский же имеет прямое отношение как раз к самому Путину. В то время, когда первый вице-премьер Борис Немцов боролся с Березовским, вы выступили с инициативой такой, бороться с олигархией, не позволяя ему захватить государственный «Газпром» и приватизировать «Связинвест», Путин дружил с Борисом Абрамовичем и даже ходил на день рождения к его жене и дарил ей цветы. Именно Березовский привел к власти Путина, профинансировал его избирательную кампанию, активно раскручивал никому неизвестного бюрократа Путина при помощи подконтрольной прессы и телевидения. За годы путинского правления его ближайшие дружки из малоизвестных бизнесменов превратились в долларовых миллиардеров. Ковальчук. Тимченко. Братья Ротенберги. Африканский уровень коррупции – 154 место в мире. Основная заслуга Путина за 10 лет руководства страной. В очередной раз Путин продемонстрировал нездоровое влечение к туалетной тематике и свое невежество. Петр I во время 7-летней войны, будучи в действующей армии, прислал схему, это мне Знаменский рассказывал, директор Петродворца, прислал схему устройства своего ватер-клозета. Во-первых, фамилия бывшего генерального директора не Знаменский, а Знаменов. Во-вторых, руководит он не Петродворцом, а Петергофом. Вадим Валентинович Знаменов, президент Государственного музея-заповедника Петергоф. Петр I во время 7-летней войны. В-третьих, Петр I умер в 1725 году, 7-летняя же война началась в 1756, то есть через 31 год после смерти Петра Великого. Я хоть и не очень хорошо, может быть, учился в университете, потому что пиво много пил в свободное время. Вам не стыдно перед нами? Нет, не стыдно.